Сегодня включение не про ремонт. Сегодня мы погуляем и даже полетаем над Несвежским замком. Сейчас прекрасная погода и еще также большие выходные, поэтому мы решили не терять время зря и отправились в небольшое путешествие. Приятного просмотра, подписывайтесь и ставьте лайки. Так я буду понимать, что вам нравятся мои ролики. Привет! Сегодня мы едем в Несвежский замок. Давно хотела туда съездить, я, кстати, там ни разу не была. И, наконец-то, сегодня отличная погода, мы взяли с собой дрон, поэтому планируем сегодня полетать и поснимать очень клёвых видов. Уже на месте, сейчас гуляем, смотрим территорию. Тут, получается, входишь, и сначала идет парк. Тут много таких цветочков. Сейчас весна вовсю, погода шикарная. Сейчас идем смотреть замок. Вот территория такая. Вот, кстати, смотрите, все в цветочках сейчас. Все, вся территория в этих цветочках. Красиво очень. Идем дальше. Пока гуляем. Здесь вот озеро такое. Там вот будет замок. Сейчас идем туда. Рыбаки сидят. В общем-то, тут такая весна-весна, птички поют, классно. А вот и замок. Ну, конечно, очень красивый. Всем советую посетить. Нашли наконец-то вход, сейчас пойдем. Сейчас Коля как раз, как всегда, сделал мне фотографии для моего инстаграм. Его любимое занятие, он это обожает делать. Он этого не слышит, но он потом видит это в блоге. Все, мы вошли. Сейчас пойдем покупать билеты. Не знаю, пока сколько стоит, сейчас скажу. Вау, красота, в общем-то. Конечно, просто супер местечко. Смотри, вот мы здесь, и вот здесь можно посмотреть это и вот это. Вот. Кабинет князя. А он шкура медведя лежит. Бедный Мишка. Ну, людей тут, кстати, прилично так. Бахилом нужно надевать. Нормально так лухари жили, ребята. Радивилы. Заранее предупрежу, что лучше ехать пораньше, потому что сам музей работает всего до 6 вечера. Вот мы как раз уже закончили экскурсию с экскурсоводом, который там был, и все, закрывался уже музей.
это бальный зал. Очень много красивых залов, на которые интересно посмотреть, рассмотреть все в деталях. И там, я так понимаю, есть свой экскурсовод. Вот. Ну, мы ходили, иногда слушали, и интересно было послушать какую-то историю. Вот эта штука раньше стояла в театре, и с помощью нее создавались звуки дождя. Сейчас экскурсовод будет крутить ее, послушайте. На территории также есть такой вот водопадик, и в целом территория очень ухоженная и симпатичная. Очень клево погулять в хорошую погоду. В общем-то, мы уставшие и довольные уже едем домой. Нам очень понравилось. Всем рекомендую как времяпровождение на выходных, либо в любой свободный день. Очень прикольное местечко, атмосферное. Don't you know that?